2022 год, 25 июля, ребенок с диагнозом остеодисплазия лобной кости, фиброзная остеодисплазия. Какие у него неврологические изменения, давайте посмотрим, и как мы будем лечить, и чего мы рекомендуем. Demek bolada fibroz osteodisplaziya peshona suyagi kasalligi, ya'ni peshona suyagini fibroz osteodisplaziya kasalligi. Bu kasallikni qanday davolayapmiz va kelajakda uning taqdiri nima bo'ladi? Здесь вот лобный отдел, значит, вырос. Томограмма устанавливает диагноз, что это фиброзная дисплазия, костная дисплазия, остеодисплазия. И из-за этого центральные зоны головного мозга сдавлены, и ребенок уже перестает ходить. Демек, буны пешона кысмында сүйәк дисплазиясы болып, марказ алды, мие пүштасын езіп қойган, берді юриш марказлары бар, шу сәбәпке, демек, бала юрамен қойган. Endi buni mundoq qarasak, rangi juda past. Rangini pastligi o'sha o'sma kasalligining asorati. Lekin kelgandan beri nima o'zgarishlar? Aslida 5 kun yotdinglar, 7 kun. 7 kun yotdik. Ani lichili suvda semni. Nima o'zgarishlar? O'zgarishlari nima? Ranglari ancha o'zgardi. Ishtahalari yaxshi, tonuslari sal tushdi. Miya qismidagi ish sal pasaydi. Pasaydi. Ha, mana bu yerdan pasayib boryapti, deyik, pasayib boryapti. Nech foizga pasaydi? Ancha pasaydi da. 10 foiz, 5 foiz. 5-10 foiz. Ну, а мама говорит, что 5-10% опухлость ушла, спастика ушла, говорит, и значит, вот если сравнить свет лица мамы и ребенка, значит, ребенок очень бледный. Очень бледный, спастика очень сильная. Значит, агар аясы билан боласы рангын салыштырса, боласы нухайтта охарып кеткен, кам хон. Лекин шулар яхшы томонга өзгерди, көрүм. Алла шифасын берсин, дай болган здоровлени. Көргөнлөр дуа кылып койгула шифа тапсын деп.